Ребята, всем привет! Вы на канале Интернет и Деньги. Сегодня мы опять находимся на экономической игре «Веселые рыбаки». Посмотрим по статистике, по новостям и также закажем отсюда выплату. Так, давайте для начала начнем из статистики. Работает игра уже 237 дней. Я, если не ошибаюсь, зашел сюда на 150 день. 150 дней игры я пропустил почему-то. Жаль, что не зашел сначала. Но, как видите, игра до сих пор работает и стабильно выплачивает свои средства. К тому же постоянно выходят какие-то обновления и новости, то есть идет развитие. И лично мое мнение, что игра еще будет жить и жить. Итак, зарегистрировано человек 31 915, пополнено на 25 892 000 рублей, выплачено 20 438 000. Как видим, на резерве еще есть 5 миллионов рублей, что довольно-таки хорошо. Ну и, конечно, прописан заработок админа за все это время. Админ заработал 1 294 000 рублей, и он это не скрывает. Так, теперь давайте перейдем к новостям. Переходим в раздел новости. Так, было у нас повышение лимитов на проглота бобра, запуск раздела аквариума опять произошел. Так, вот самая интересная новость, это график обновлений на июль месяц. Итак, давайте посмотрим. 5.07 повышение лимитов на кота Семена, это уже было. Так, давайте, то, что было, мы не будем. Вот, кстати, сегодня 11.07 увеличение количества депозитов в разделе банк, это очень интересно. Кстати, давайте я чуть позже о разделе банк расскажу подробнее. 14.07 день рыбака, добавление аукционных персонажей. 16.07 добавление мини-игры Тамагочи. 18.07 добавление обучающего раздела. 20.07 мини-игра пятый лишний на 250 рублей поднимется лимит. Далее 22.07 повышение лимитов на безумного Макса. 24 числа новые стикеры для телеграм-канала. 26 новый персонаж, покупка при особых условиях. 28 калькулятор доходности персонажей появится в игре. И 30 числа доработка раздела серфинг. Интересно, что там доработают. Вот такие вот, ребят, будут обновления за июль месяц, что довольно-таки интересно. Ну что, как и обещал, давайте расскажу подробнее о разделе банк. Переходим сюда. И вот у нас есть 4 банка. Банк Австралии, Франции, Австралии, Швеции и Германии. Как видите, доходность разная, срок вклада также разный и сумма вклада разная. Можете сделать вклад и ждать свою прибыль. Здесь не надо собирать прибыль каждые 12 часов или каждый день, как если бы вы покупали рыбаков. Здесь вы просто, как в обычный проект, сумму вложили и в конце срока вы ее забрали с дополнительным процентом, который вы здесь зарабатываете. Вот так интересно здесь работает банк. Я, кстати, скорее всего, также в скором времени сюда закину какую-то денежку. Так, кстати, у меня на балансе на покупке есть небольшая сумма. Давайте прикупим нового рыбака. Так, переходим в раздел рыбаки. Мне хватает на самого дешевого, на чайку стелс. Покупать пока не буду. Для начала необходимо собрать улов, потому что все равно перед покупкой обязательно необходимо его собирать. Нажимаю «Собрать улов». Далее я опускаюсь вниз, вот здесь распределяю, сколько процентов идет на баланс для вывода и сколько на баланс для покупок. Я распределяю постоянно вот так, 80% на баланс для вывода и 20% на баланс для покупок. Делаю это для того, чтобы постоянно я мог покупать новые персонажи. Так, улов я собрал, теперь давайте перейду опять в раздел рыбаки и куплю себе персонажа чайку стелс. Нажимаю купить. Все отлично, я его арендовал. У меня уже два таких персонажа прикуплено. Плюс у меня работают персонажи, которые я купил в рыбфонде. Кто не знает, рыбфонд — это раздел, в который перечисляются средства, зависшие на рыбной ферме. Давайте я покажу, какие персонажи у меня здесь куплены. Вот у меня есть три рыбака Сеня Недотепа, которые также приносят мне прибыль. Ну что ж, теперь давайте перейдем к самому интересному. Закажем отсюда выплату. На балансе у меня 115 рублей, которые я могу заказать. Итак, перехожу в раздел «Вывести».
платежная система Pair, выбрать. Так, сумма прописана у меня уже автоматически. Кошелек прописан. Кстати, не забывайте указывать кошелечек в настройках. Прописываю платежный пароль. Нажимаю «Заказать выплату». Средства успешно выплачены на ваш Pair кошелек. Ну что ж, давайте перейдем на Pair. Я обновлю страничку. Вот, 114.04. Давайте откроем комментарий. Выплата пользователю интернет-ID с проекта «Веселые рыбаки». Кстати, почему интернет-ID, а не интернет и деньги? Потому что в «Веселых рыбаках» просто логин мой не влазит. Некоторые проекты бывают такие, что есть ограниченное количество символов. Ну, в принципе, не важно, потому что игра платит. Так что ссылочку на нее оставляю в описании. Кому интересно, регистрируйтесь и зарабатывайте. Кстати, есть множество способов заработка без вложений. Ну а вы были на канале «Интернет и деньги». Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!